Всем привет, друзья! С вами как Снорумзи! Добро пожаловать на новую серию Squad Busters! Да, друзья, я знаю, что игра вам понравилась. Напомню, что это новая игра от Supercell, и она находится в бета-тестировании, и многие из вас написали: «Ромзи, а как скачать эту игру?» Ребята, специально для вас по ссылочке в моем телеграм-канале я оставил подробный гайд. Подробный гайд, ребята, как скачать ее на Android и на iOS, ребята. Поэтому переходите, смотрите, скачивайте. Ну а сегодня, ребята, это еще не все хорошие новости. Сегодня у нас в магазине опять появился бесплатный персонаж, которого мы получаем. Насколько я понимаю, я все еще прохожу обучение. И, ребята, еще одна мега крутая новость. Вы многие знаете, что у меня есть официальный безопасный магазин Robzy Shop, где можно покупать гемы в Бравл Старсе, робуксы в Роблоксе, ребята. Теперь там есть донатик в Squad Busters, ребята. Вы можете спокойно заходить и донатить по ссылочке в описании. В Robzy Shop залетаете, нажимаете «Купить». Каталог, выбираете Squad Busters, выбираете нужное количество золота или пасеки, ребята. Вводите свои данные Supercell ID, оплачиваете, скидываете код, который вам пришел на e-mail, и вам донатят все на аккаунт, ребята. Все, мы теперь, ребята, обслуживаем и Squad Busters официально. Короче, смотрите, у меня есть сейчас 26 тысяч золота. Но это маловато, поэтому я сейчас быстренько залетаю в Robzy Shop и задоначу себе немножечко голды. Посмотрите на эту красоту, 78 тысяч золота. Я сейчас, ребята, залечу в магазин и хочу немножечко себе проапать. Конечно же, я хочу лучницу себе бафнуть, потому что ребята там у нас уже серьезные. Так, давайте кольта, ребята, зафигачим. Тоже будем прокачивать. Давайте нашего варвара X10. Пойдет, пойдет. Всадника на кабанчики, ребята, зафигачим. И да все, короче, мы купим весь магазин. Просто скупили весь магазинчик. Так, отряд, иди-ка сюда. Эволюция, ребята. Варвар, эволюция в куда? Погодите-ка, награду. Сундучные билеты, спасибо большое. Так, еще отрядик. Всадник на кабане, новая эволюция. В классического кабанчика. О-о-о, хорош, ребята. Мы будем теперь сильнее. Королева лучниц тоже у нас эволюционирует. Мы теперь станем сильнее. Классическая лучница. Пополняется кольтик. Ну-ка. Классический кольт, смотри, стал. Вот такой красивый. Теперь у него не игрушечные пистолеты, а настоящие. Так. Курица, ребята, появляется. У нас еще курица. 8000 голды на халяву. Вот это я понимаю. Вот это, понимаю, нам накидало. Так, мы, по идее, всех, кого можно было, забафали. У нас появилась новая курочка, поэтому давайте сходим сейчас. Сходим, сыграем. Разочек зарубимся, посмотрим, против кого попадемся. Напомню, что здесь играют настоящие игроки. И здесь уже очень сложно. Так, у нас с вами гоблинская лихорадка. Гоблинская лихорадка. Повсюду бегают банды жадных гоблинов. Окейушки. Наверное, они дают много нам голдишки. Так, берем сразу кольта. И начинаем фигачить гоблина. Подожди, что делает гоблин? Гоблин дает нам, по идее, золотишко побольше. Так, нам нужно сейчас как можно быстрее, если не ошибаюсь, нафармить золото и пооткрывать сундуки. Чем больше сундуков, тем больше у нас будет персонажей, тем быстрее и сильнее будем становиться. Все, я понял. Так, ускоряйся, кольцет. Первый сундук есть. А Эль Примыча. Эль Примыча, давай. Так, у нас есть еще 5 монет. Нужно еще сундук. Так, чувак с курицей, погоди. Так, тихонечко. А, блин! Нет, 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 рано, 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 слишком жестко. Так, здоровый гоблин. Так, у меня есть 10 монет, давай еще заодно сундучок откроем. Грега возьмем себе. Чем больше мы берем персонажей повторяющихся, у меня, кстати, уже -1. А, у меня кольта зафигачили. Но слишком опасненько, ребята, слишком близко я стою. Так, у меня плюс еще один сундучочек. Кого? Кольта, ребята. А он возрождается. Я просто не в курсе, когда возрождается. Подожди, если я дофармлю... Подожди, я могу победить этого чувака? Мощь пошла, ребята, тихо-тихо. Нужно больше монет. Ускорение, 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 ускорение. Нужно больше монет. Ладно, все, забили на него. Нам нужно, главное, сейчас открыть еще одно. Так, Эль Примчика. Поехали, бустимся. Куда ты пошел дерево фармить? Стоять. Мое дерево, мои алмазики. Я должен быть на первом месте. Я сейчас на шестом, пока что я не на шестом месте. Так, хорошо. Хорошо, четвертое местечко. Отлично, ребята. У меня, получается, бустики есть от садника на кабана. 20 монет есть. Кольтевский, ребята, иди сюда. Опа, битва пошла.
Битва прошла. Так, мы кого-то победили. Или это моего победили. Меня вот этот вот гоблин просто усаживает, гадина. Просто, нифига себе там кольт ультанул. 25 монет. Опа, пацан пришел. Тихо, тихо. Две армии, тихо! Что происходит? Я побеждаю? Нет, я, мне кажется, проигрываю. Три остается. Я почти его вынес. Стоять, братишечка, стоять. Нифига там заруба была, пипец. Я девят, я на девят. А, на втором месте, ребята, я на втором месте! Вырвался красиво, красиво, красиво. Так, стоять, 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 стоять. Еще один сундук. Так, давай курицу посмотрим, что способно. Извините, ребята, у меня только курица. Так, второе место. Так, собираем, собираем. Третье, меня немножко опередили. Два дерева, ребята. Так, мне нужно пока... Так, с гоблином разобрались. Капец, 52 монеты. Сундук, 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 сундук. Гоблина, 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 сундук есть. Что у нас есть? Так, садик на кабане. Там была лучница, но я не взял. Остается минута. Второе место. Главное попасть, ребята, в топ-3. Я хочу, как минимум, потому что здесь ребята уже серьезные. Пошло исцеление. Давай, заруба, я под исцелением стою. Смогу ли я вынести команду его? Давай, кольта, 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 почти вынесли. Давай, дружище. Тихо, напали на меня. Напали на меня. Так, я вынес почти полностью его. У него... Я его вынес, ребята. Посмотри, что происходит! Посмотри, что я собрал! А, Эль Примыча. Он мне очень сильно подбил меня. Так, подожди, садника на кабане. Заруба жесткая. Подожди, подожди, он меня побеждает? Походу, да. Походу, да, ребята, он меня побеждает. У меня первое место 124. Пошел нафиг! Пошел нафиг! Мне нужно возвращать свою армию. Откладываем бомбу. Фармимся, ребята. Убегаем, 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 убегаем. Слишком много ребят, пацанов нападают. Так, возвращаем 120 монет. Королева лучниц. Тихо, взяли, побежали дальше. Побежали дальше, подобрали сундук. Так, давай, давай, Грег, исцеление. Мне нужно исцелить моих бойцов. Слишком много наполучаю улей. 20 секунд, первое место. Держусь, держусь, держусь. Открыть сундук. Тихо, 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 тихо. Садик на кабане максимально усиленный. 40 монет для золота. Эль Примыча берем. Давай, заруба пошла. На нафиг. Вырубил, вырубил, почти вырубил. У меня 200 монет, ребята, я могу зафармиться. Давай, давай, еще одного. Победа! Вот это была заруба, вы понимаете? Вот это жесть. Фу! 226, ребята. Вот это я собрал. Капец, мы зарубились, ребята. Бонусы, первое место, добыча, добыча. 426 монет и сундучок. Давай, я хочу открыть сундучок. Мне нравится эта игра. Я не знаю, почему так. Редкий, редкий. Ну, слабенько, слабенько, слабенько. В конце каждой катки открываю. Опача, ребята, редкий. Целитель. У нас появляется... Теперь тебе доступен кристальный пропуск. Да ладно, собирай кристаллы в боях. Разблокируй награды. Купи суперский пропуск, чтобы получить... Ребятушки! Вот этот суперский пропуск есть... Продажи в магазине Robzy Shop уже прямо сейчас по ссылочке в описании. Залетай, покупаю себе пропуски. Посмотри, сколько здесь всего. Не-не-не-не-не. Если ты играешь в Squad Busters, Squad Busters, ты просто обязан купить себе этот кристальный пропуск. Ребята, ну, суперский пропуск называется. Первые шаги. Сюда. Сюда монетки, ребята. У нас по книге. Смотри, сколько всяких штучек мы забираем. Прокачиваемся путь отряда. Кстати, здесь тоже награды. У нас будет скоро редкий сундук. Кстати, он будет прямо сейчас. Подожди-ка. Книгу. Использую заклинание. Короче, я сейчас пошел покупать в магазине Robzy Shop. Вы знаете, по ссылочке в описании, вот этот пропуск. Итак, ребята, пропуск мне купили. Все, я могу собирать награды. Обычный сундучок. Давай, 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 давай. Хороший! Что выпадает? 10 эльпримчиков обычных. Хорош. Сюда. Эволюция. Кого можно эволюционировать? Так, у нас на 2 звезды варвар. Давайте возьмем себе на эволюцию... Королева лучниц получит эволюцию. Хорош. Плюс одна эволюция на королеву лучниц. Дальше будем его прокачивать. Награду. Редкий сундук. Смотри, редкий. Редкий, 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 редкий. А, он не улучшается. Он вначале редкий. Что выпало? 4 всадника на кабанчика. Так, что у нас есть в отряде сейчас? Эль Примыч, эволюция. Так, это был что у нас? А, я понял, у нас теперь два вот таких, два классических Эль Прима. Садника на кабане, то есть мы собираем маленьких, а потом они, короче, эволюционируют больших. У нас две королевы классические, нам нужно будет их поймать, и у нас появился медик.
Он, получается, и бьет, и еще и хилит. Подробности. Так, целитель. Что у него за способности? Медленно лечит отряд с течением времени. Вот это то, что нужно, ребята. Мега. Собирай мега-воинов, находи их в бою. У меня пока нет мега-бойцов ни одних, ребята. Но они должны появиться у нас и в магазине, если не ошибаюсь, в дальнейшем. Короче, я пошел играть. Да, конечно, подожди. Что там было? Своя игра. Не-не-не-не-не. Мы против жестких соперников начинаем играть. В начале игры происходит слияние персонажей. Так, погнали. Сразу Эль Примыча. Конечно же, Эль Примыча. Погнали. Опа, чё, нифига себе. Так, подожди. Бум! Бум! Давай, наваливай. Так, нам нужно сейчас три монетки. Давай. Открывай сундучок. Кольта. Так, подожди. И будет слияние какое-то кольта или нет? Так, давай, поехали. Мы должны как можно быстрее сейчас нафармить монет и всего остального. Так, подожди. Дерево можно фармить пока что? Я так понимаю, нет. Лесоруба у нас нету. Так, еще одного. Кольта сразу фигачим. Так, у нас есть и Кольтец, и Эль Прима. Поехали. Так, ну здорового мы не сможем победить, если не ошибаюсь. Хотя под яростью, чисто теоретически, мы можем навалять, и у нас хватит урона. Кольты стоят на расстоянии. Хорошо. Еще одного кольта взяли. Пошло слияние. Так, подожди, мы пришли в центр карты. И у нас пока что все хорошо. Хорошо. Первое место, ребята, прям красота, ребята. 29 монет есть. Еще одного зафармили. Чувак, отдай кристалл. Выбывает, на нафиг. Иди сюда. Тихо, увернулись. Сундучок, кольта еще забафали. Кто топ-1? Топ-1, ребятушки, давай, иди сюда. Робзи, красавчик, ребята, финиш. Победка, ребята, заслужена. Ну, я старался, ребята, старался зафармиться. Я там почти всех повыносил, зафармил кристаллы. Блин, я вообще молодец. 359 кристаллов. Получается, мы, собирая кристаллы, делаем себе кристальный путь. Что за сундучок? Редкий и большой. Но я хотел бы прям максимально редкий сундучочек. Так, плюс целители. Что у нас там по отряду? Медик прокачался? Нет, не прокачался. Пока некого прокачивать. Что у нас первые шаги? Сюда, давай, Чиназис. Награду. 3 сундучка. То есть можно будет продолжать играть. Смотрите, когда у нас есть сундуки, можно, получается, фигачить. 20 тысяч монет. Сюда, давай. Ага, смотри, сундучки можно еще. Но у меня и так есть в запасе их 4. А, пока что не трогаем награду. Книгу. Давай сюда. Путь отряда мы фигачим. Дальше еще одна книга. Гигантские деревья, сияние персонажей. Разочек сыграли. Еще у нас. Использую ярость 3 раза. Ну, мне нравится. Блин, я реально залипаю в этой игре. Я прям... У меня прям отряды нифиговые. Так, в магазине. Что у нас по донатам? Я думаю, надо ждать следующего дня, чтобы у нас обновился магазин. Потому что мне нужны прям жесткие ребята. У меня, видите, получается, нет вот этих вот. Тут еще легендарные, эпические. Вот, я хочу себе легендарных всяких ребят пособирать, чтобы прям наваливать прям по кабинетам неплохо. Не все так просто. Так, давайте начнем с Эль Прима. Все-таки, ребята, Эль Прима у нас посильнее сейчас будет. Так, монетки пошел фармить. Цена сундука 3. Так, давай. Сколько там у нас монеточек? Хорошо. Побежали. Сразу плюс Эль Прима двухзвездочный у нас. Давай, и пиньяточку сейчас будем пофармить. Ну, лучше пиньяты фармить, чем этих гоблинов дурацких. Там больше хотя бы денег получается. Так, у нас есть плюс 1. Варвара взяли. Так, может быть, курицу взять потом. Так, по идее, сундуки здесь будут рисаться. И мы можем, в принципе, стоять на месте и фармиться, и хорошо у нас все будет. Там у нас гоблин сейчас стоит. Он пытается нас фигачить. Так, у нас, подожди, сундук 10 монеточек. Кольта взяли. Блин, надо было варвара взять на самом деле. Ладно, у нас просто не было дальника. И теперь дальничек есть. Так, давай. Кинем бомбу. По идее, бомба на пиньяты прекрасно работает. Так, у нас второе место. Так, давай вот это вот. Хорошо. Так, отходим. Дракончика. Так, не мешать мне. Не мешать. Седьмое место. Пятое место. Хорошо. Сундуки погнали собирать. Тихо, стоять. Подожди, меня подбили только что, да, жестко. Тихо, ребят. Не того разблокировал. Я просто испугался, что меня зафармят. Третье место. Давай. У него маленькие персонажи, у меня большие. Давай, фармимся. Сражаемся, я побеждаю, хорошо. Какое место? Подожди, он второе место. Отлично. Кто победил? Я на каком месте? Скажите, что я занял первое место. Второе. Вообще рядышком было, разница 5 гемасиков. Слушайте.
Блин, ну я буду стараться, ребята. Я добыл 278 гемов сейчас. И... так. Что у нас выпадает? 3 всадника на кабанчики. Хорошо, ребята. Кристальный пропуск. Но мы пока не дошли до сундука. Короче, вот это вот можно... Эль Тигр, Мега Воин. Твою налево. Все, я хочу играть в эту игру. Так, в магазине пока ничего не получилось. Книги мы опять набрали кучу всего. Слушайте, я чувствую, что я сегодня ночью... Я знаю, в какую игру я сейчас буду сидеть играть. Я буду... О, получено... Ведьму нам дали! Эпическую! Вот чего нам не хватало. Она очень жесткая, ребята. Первые шаги, спасибо. Пока что насыпают очень много всего интересного. Ссылочка, короче, на магазин в описании. Как скачать игру, ссылочка в моем телеграме. Подписывайтесь, смотрите. Всех люблю, ставьте лайки. Покедова.